Самый популярный и известный родник в черте города – Архейский, расположен на дороге в аэропорт. Вот только набирать воду здесь какое-то время было нельзя. Почему – расскажем в нашем материале. Родник Архейский – один из любимых у жителей региона. Он находится на популярном маршруте по дороге в аэропорт. Ежедневно здесь набирают воду десятки людей. В последнее время он был на реконструкции, но теперь обрел новый и современный облик. Все благодаря проекту «От родника до океана» – единого волонтерского центра Мурманской области. Мы обратили внимание, что родники находятся в такой спорной ответственности, и очень много людей просило облагородить или почистить территории вокруг родников. И с этим предложением мы вышли к нашим корпоративным волонтерским группам, где одна из, например, корпораций берет под родник под опеку. Вот уже третий год это место притяжения находится под шефством корпоративных волонтеров, одной из ресурсоснабжающих компаний. За это время сотрудники укрепили фундамент, чтобы зимой не подтапливалось основание беседки. Обновили и саму конструкцию. Теперь домик выполнен в скандинавском стиле. Благоустроили территорию. На постоянной основе контролируется качество воды. Корпоративная социальная ответственность у нас, ну, норма жизни. Не надо никого мотивировать, не надо никого, скажем так, завлекать. Потому что к этому относится у нас вполне нормально. И существует у нас экологический проект. Мы работаем с заповедниками с Лапландским и заповедником Пасвик. У нас есть проект по поддержке детей с особенностями. Не так давно уже занимаюсь волонтерской деятельностью, но очень активно. И как бы считаю, что волонтерство – это вообще очень правильное направление, которое очень необходимо всем и взрослым, и детям, и вообще помогать друг другу. Это очень здорово. В компании есть специальный отдел добровольчества, который на постоянной основе занимается добрыми делами. Например, благоустройством памятников или высадкой деревьев. Это же экология, это же чистота, это, во-первых, здоровье людей, родник, да. Вот поэтому в таких акциях мы участвуем не просто для того, чтобы как бы вот показать себя, но и для того, чтобы внести какой-то вклад в чистоту Заполярья, в качество жизни для людей, для жителей Мурманской области. Поэтому этим занимаемся. Родник Архейский находится на 8-м километре дороги к аэропорту. В беседке расположены информационные таблички с QR-кодом, перейдя по которому можно ознакомиться с результатами исследований воды.